дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня отпустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Дома пусть я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Много слова истории, ой, желающий расскажу, ой, желающий расскажу, ой, желающий расскажу. Сидел я за столом, Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. И вот среди ночи забыли под окном, старик заулывался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьём на привет, друзья хотят покушать, пойдём прядью в лес. Будь как дома, будь, я ни в чём не откажу,